это? Что за ситуация с Галимой? Господи, спрашивайте у Галимова и смотрите эфиры. Включите свет. Нет, не хочу. А вы реально думаете, что он у Болинской? Да, свет выключили за неуплату. Влад покинул проект. Почему? По качину. Не знаю, почему. Мир других женщин, он такой. Скучно на острове с Катюхой сидеть. А вот когда их миллионы, вот это веселуха. Так, Катюша. Уже Юра вещает по эфирам, что видит, как он мне нравится. Юра, ты что, ебанулся? Можно тебе ответ, пожалуйста? Что? Сначала мне вчера писали, что Анита говорит, что я типа ее недолюбливаю, хотя мне на самом деле плевать на нее, потому что мне нравится Юра. Знаешь что, ей лучше не надо разговаривать, потому что начну недолюбливать я. А теперь плохо. Она говорит, что Юра сам говорит, что видит, что он мне нравится. Юра, ты что, ебанулся? Вот они реально хорошие отношения воспринимают мне как правильно. А нам кажется, что Юре нравлюсь я. Да, мне кажется, что Настя. Ну, потом, ого, ты ругаешься, да я ругаюсь, потому что у меня... Они все время о тебе мусолят тему. Что они обо мне говорят? Просто извините, я... Давай мы помусолим. А вы знаете, что Анита подкатывает к Феде, да, потому что она думает, что у него есть бабки. Но... Да, не кроме не золотой цепочки, у Феди нет. Я не знаю, кто это голос. Дедок этот голос за кадром просто. Поэтому смотрите скоро самое интересное, как Анита крутит свою жопу перед Федей. Так, Катюша, если бы ты была в отношениях с Ивановым, ты бы детишек от него хотела? Ну, когда были в отношениях, хотела. Сейчас, пожалуйста. Так, расскажите мне, пожалуйста, что говорят другие люди про меня в эфирах, потому что мы живем на одной территории. А, ёбнутая ты, Федя всего... О, свет выключили конкретно. Что еще, Федя? Пишут мне, ёбнутая ты, Федя всего добьется. Так Федя добился, так Аните надо, мне уже все. Лисковец вчера ставила ноги на Уманского, а Юра чувствует флирт от меня. Юра, сладкий мой, я даже не начинала еще, господи, боже мой. Кать, может, он хочет, чтобы ты флиртовала с ним? Кто хочет? Юра. Юра? Если я начну с Юрой флиртовать, он не вывезет. Господи, ну это на самом деле приятно, когда ты еще даже не начинал, а уже чувствуется твой флирт. Так, ну тут все, Настя, все штаны Виталика рассматривают. Пишет? Да. Бля, ребят, честно, не знаю, его штаны или не его, неинтересно, но вы мне завалили этими штанами весь директ. Я вас умоляю. Я его благословляю, отпускаю, вольное плавание, пацан свободный. Пусть он эти штаны уже, и в то, что у его, в его штанах, даст всем попробовать, потому что все хотят в себе в рот запихнуть эти штаны, то, что у себя в штанах. Поэтому я благословляю своих моих бывших подруг, пусть тыкает их куда хочет, со штанами и без штанов. Вот, пусть уже порвут на нем эти штаны и от меня отъебутся. Мне, знаете, что я скажу? Мне... похуй. Вот. Настроение хуезает просто. Тепишь, Настя, пошла нахуй отсюда. Пошла ты нахуй отсюда, кобыла ебаная. Так, за тебя задолбались тебе алкоголичку делать. Один раз напилась, Настя меня переодела. Во-первых, все пишут, что я... Ты говоришь, что, описалась в штаны? Я говорю, вы дебилы. Нет, просто... Да, и, короче, из этого одного вечера еще будут эфиры с этим видео, где меня будут там опять рвать на части. Ну, ладно. Уже. Ох, Настя, молодец. Главное, что все точно и по теме. Все пишут. Ну, а что, все хотели, чтобы он их выебал? Может, уже кому-то хоть перепало? Отписываюсь от Феди, а ты красотка. Настя. Я охуенная. Не охуешь. Я вот даже у Феди баб увожу. Да. И одна из них сейчас сидит у меня в кровати. Да, чтобы ты понимали. Настя, а ты возьми по-мудрому и добейся Федю. И покажи, что ты можешь лучше всех. Да так я. Реально, можешь добиться Феди? Я сейчас пойду постучу ему в дверь. И Аниту приведу.
Куда добивается? Все бухают реально. Так, Настя, тебе идет, когда ты милая, когда ты тихая? Я не могу быть тихой. Ну реально, может, кому-то доперепало. Настя, что ж, мне что не досталось? Настя, тебе ничего не досталось, потому что ты слишком громкая пишет. А-а-а! Нафиг этого Федю. Хотели бы снова сойтись с Владом. Настя, ты бы хотела снова сойтись с Владом? Жажду. Настя очень хочет. Я вообще со всеми хочу сойтись. Настя, они про тебя дичь говорят. Кто? Кто говорит про Настю дичь? Настя, отстаньте уже от Насти со своим Федей. Его хватит уже... Что? Его уже с собой заберите вместе с его бабами. Кого? Боже, добейся Феди, вы серьезно? Кто, ты или я? Кому из нас надо добиваться Феди, Кать? Тебе надо добиваться. Валера Блюменкранц — это фикция? Так, все подписчики отписываются от Насти, на подписчики отписываются от... Правильно, 20-30, которых пришло тысяч, верните. Лучше на скалу подпишитесь. Да, лучше 30 тысяч, которые от Насти подписались к Феде. От Феди отпишитесь и подпишитесь на меня. Может, Федя гей? Может. Никита! Иди проверь. Настя, а почему ты рассталась с Владом? А мы начинаем. Вы не сошлись, он уже к тебе подкатывал? Нет. Сколько смотрю эфиры Виталика, он ни разу для плохого не сказал Насте. Либо вообще старается не говорить, либо только хорошее. Серьезно? Серьезно? Вы серьезно? Молодец, что ушла за Владом. Знаешь, как мне сегодня сказали? Я говорю, типа, я хочу за ним уйти. Где ты будешь жить? В Мерседесе возле поляны с ним заселяться. Ладно, девочки, у нас 8 марта. Настя, а после всех баб просишь Витальку? Я боюсь заболевания очень сильно. Да? Я никого, во-первых... Конечно, на днюхе Захарьяша и Виталика все баб собрали. Слушайте, мне не за что его прощать, мы не в отношениях. Он свободный я парень. Я и Захар не ушли, они в отпуске. Вправе делать все, что Должанский хочет. Должанский приедет на остров, и будет ужас. Это просто жесть, я даже не представляю, что там может произойти. Фигня. Пиздит этот Виталик. Даже очень. Я спецом записала это. Что именно? Федя на самом деле ходячий комплекс, и в штанах у него, мягко говоря, не айс. Все бывшие к нему собрались, и все к нему улипли. И Воровский пусть лесковец строит. А ты простишь Влада, Катя? Нет. Так, Катя, я отписалась от Феди и подписалась на тебя. Молодец. Супер, вот всем респект. Пьяненькие, нет, мы не пьяненькие. Пьяненькие, ну клёвые. Виталик Шаронова или Слесковец? Или с Болинской. Или с Болинской. Мы не знаем, мы не общаемся. Уже больше никогда с ним общаться после этого не будет. Виталик идет на проект, да его не возьмут. Из-за меня, кстати. Если... А Брянская висела синяя, как обычно, на Шелюкове, а смотрела все время на Влада. Надеюсь, у них что-нибудь было, и ей очень сильно перепало. Или ему, или им обоим. Отсыпалось. Влад уже с... Все насильничались как-то. Ничего неудивительного. А не стоит. Виталик ни с кем. Это кто написал? Какая-то девушка. Ну вы же знаете, с кем он. Настя, это подстава. Ты что, не понимаешь? Какая подстава? Не знаю. Настя, дала бы Феде третий шанс? Я и пятый ему дам. Катя, ты смотри, с Владом... через год мы опять сойдемся. Общаюсь ли я с Владом с сегодняшнего дня? Нет. Настя, почему все думают, что на Доме 2 нам платят? Нам не платят. Нам платят едой. Настя, не ведись, Болинская пиздит. Мне похер на швабру. Влад от Брянской бегал. Не надо было его, не было его рядом. Зачем придумывать? То есть она за ним бегала, а он от нее убегал? Кать, о каком испанце речь? Красивом. Я же удалила. Этих Брянскую и Белинскую и Романову перетаскали уже все бывшие. Настя, они оба бабники.
Та-та-та-та. Блин, скострём. Виталик, Макс, её попьянич покнет и всё. А зачем мне Макс, который на попьянич покает? Мне надо Макс. Кать, видела, как ты на днях Влад на вас подписался и утром снова отписался. Кто? Влад на меня подписался и утром отписался. Mm-hmm. Ну, это просто великие чувства. Нет, это возраст. Ещё как Брянская бегала, но на неё только Шеляков внимание обратил. Ну, а как же Владичка-то не обратил внимания на любовь свою? Свой типаж. Разговор серьёзный по поводу тебя. Вот эти твои видео, блин. Задали вопрос мне, а Виталий хочет вернуться на проект? Вот Настя всякую чушь несёт. Её в чёрно-белый формат переводят, указывают музычку и субтитры. И всё. Это всё просто. Это просто становится... Это становится цитатами великих людей. Можно поспать, маньяк? Съебался нахуй с этой дома. Брянская же не голубые глаза, но зато оно его типаж. Влад больше пуха накидывает на себя. Ничего. Пуха много не бывает. Катя и Настёна, вас с праздником и простого женского счастья. Спасибо вас большое. Катя, Настя, вы такие классные, достойные. Зачем вам эти самовлюбленные? Что Федя, что Влад? Вот то же самое. Здравствуйте. Блин, что совсем как-то темнота. Как к Олесе относишься, Настя? Нормально. Говорили, но не масло. Брянская внешность прям дешевая, прости господи. Но Владу нравится, так что не надо, пожалуйста, оскорблять. Не оскорбляйте. Не надо оскорблять чувства мужчины. Он был мне когда-то очень дорог. Праздником нас, бубенки. Опа. Хлеба-то на душе, а? Хреново на душе, блин. Настя, пофиг на Феде. Видно же, что и Виталик неравнодушен. Надо его на проект. Нет, пожалуйста, сбавьте. Все, от писота от Феди пошла. Ну-ка, засеки, сколько у него там подписчиков. А что, пошла в обратку? 246 тысяч. 246? А было сколько? Домой хочешь? Очень хочу. Будем ли мы отмечать праздник, Настя? Кто нам сегодня подарит цветы? Никто. Не отвечай. В смысле, никто? А ты что, встанешь? Естественно. Ну, давай, иди. Утром. Давай, иди. Где вы сидите? Мы сидим у себя в бунгало. Так, все пишут, что вы достойны кулачи лучше. Все... Влада все защищают... Ой, Яворовского защищают, а Влада наоборот. Да, Влад закрыл профиль, чтобы ему не писали мои злые подписчики. Смотрела эфир, Федя вообще чмо, жалко, что капал этим иммунитет. Удар домой. Можно вопрос? Конечно. Так, иммунитет у Феди был известный, как у Захара тогда. Совпадение? Не думаю. Так, Лицковец писала, что Олеся с Виталиком уединялись на ДР. Зачем Виталик приходил на ББ? Ну, ему нужны были новые кроссовки и 15 тысяч рублей. Ему нужно было 15 тысяч. Ему нужны были 15 тысяч. Да за хостел заплатить было. Он старался как мог. Он был молод, ему нужны были деньги. Он был амбициозен. Да. Ему нужны... Он в одних кроссовках дошел. Надо было в других уйти. Надо было зачем-то за счет в Сохо расплачиваться сегодня. Сейчас придет еще на одно шоу. Да, сейчас. Пришлось на Олеська намотаться, чтобы еще 15 заплатили. Я писала Владу, он сказал, что Брянска это не его. Это не... Да? А чье это как это не его? Мы в ответе за тех, кого вообще подрочили. Что? Кто нам подрочил? Так. Это было сильно.
Иворовского лесом. Вы видели его от поведения? Пусть остановит на Настя. А вы знаете, что я скажу? Что Иворовский, когда был со мной, он был красивый. А сейчас он пришел вообще. Мы его не узнали. Я думаю, это кто? Это кто? Ты что, пьющая старушка? Думаю, ты вообще откуда взялся? Честное слово. А прическа? А прическа там такого бледного. Вот если бы прическа мне подкатила, я думаю, бы мы не сошлись. Так. Так у него же бизнес. Зачем ему 15 тысяч? На сколько эфиры отстают от реальности? На неделю. И Воровского с этими тусовками понесло. Очень. Можешь удалиться у подруги Настя? Можешь удалиться? Да. Давай этот. Контр. Да, Виталик в одних своих джинсах белых по всем клубам в любой компании беспринципно. Главное, что в белых джинсах. Чтобы заметны быть. Почему ты сейчас веришь про Барьянскую, Влада? Потому что я знаю, что мне верить-то. У вас на проекте мужчины все нищеброды, конечно. Надеюсь, Настя помирится с Федей. А ничего, Брянскую по клубу, Брянщину по клубу выпускают. Все выходцы из Дова-2. Так, он спился с гулянками. Это из-за того, что я ему изменила с Федей, поэтому он спился. Отстойные ваши мужчины. Мы на Сейшелах. У нас 2 часа 47 минут. Иворовский бомж. Нет, нет, нет. Так, а вам не хочется потусить уже в Москве? Очень хочется. Блять, про джинсы зачет. Пушка. Ты давно в Минске была? Давно. Федя проявляется ли в сторону Насти? Нет, Федя проявляется в сторону другой девочки. Иворовский с первого дня стрём. Страшный, фу, зачем так свою жопу обтягивать в джинсах? Пусть катится далеко и подальше. Я просто... Я хочу себе поднять настроение, зайти в комментарии или зайти в прямой эфир. Просто люди бомбы. Вот пожалуйста. Встретишься с Владом лично, и только тогда все поймешь. Не писать. Думаю, что эта встреча нужна. А Блинская своего мелкого... Сука, подожди. Настя, ты готова? А Блинская своего мелкого вжика... Вжика бросила уже... Жика. Почему сегодня снова перестали с Владом общаться? Потому что... Ладно. Ой. Так. Федя лох, я от него отпишусь. Стэц обманула, что ушла с проекта. Да, она просто была болка. Ура! Читай коммент. Яворовский такое же самое говно, как и Стрелков, только немного умнее и похитрее. Ничего хорошего у тебя с ним не будет. Ой, не знаю. Сейчас умру. Очень жаль, что ты такая светлая, порядочная и хорошая девушка, как ты совершенно не разбираешься мужчина. Но все-таки я верю. Блядь, это об ассоциации, может, как они Настя, пишут. Настя, скажи честно, у Феди коротыш? Катюх, я не помню. Ты даже не помнишь. Это было так мимолетно, что я даже не помню. Ой, блядь. Кого считаешь Бармалеем из мальчиков? А это как? Почему не показали, как Влад ушел? Пришел, ушел, никто не заметил. Блядь. Что было, что не было. Блядь. Но только не для меня. В моей душе он оставил след. Так. Я думаю, Федук подкатывает к Аните. Хоть с первого дня говорил, что она перекачала лицо, и вообще она не очень. Так ему ж ебаться-то хочется. Так, Настя, коротыш или нет? Вопрос задай конкретно в первый раз. Я не помню. Мы не спали. Настя, а вы с Федей разошлись из-за того, что у него коротыш? Это реально вопрос. Да. Или сухой. А вы еще с Федей разошлись? Заткнись, тварь.
А Влад, типа, обиженный в эфире вещает на вопрос, Катя не ушла за тобой, отвечает, нет, ей на проекте будет лучше, ей там нравится, да, потому что проектная тварь, мучу темы, вообще, проект будут тут жить. Слушай, еще... Слушай, же пишет про Федю, но этот ублюдок, это человеческое отравление, это позор на ничтожество, по имени Сладостей, показал свою мелкую гнилую ножонку во всей красе, у этого недомужичонки. Мужского только мочеиспускательный вонючий отросток. Что болтается у него между ног, который кроме как ссать ни что больше не способен. Ужас. Люди, так, почему... Виталик недостоин эфиров за пятнашку. Думаю, вжик там тоже. Так, стыцвят, салам с маздюка тебе. Салам лайком. Значит, коротыш. Так, Катя, ты поменьше слушай тех, кто гонит на Влада, ты слишком зависишь от меня, дорогие. Да мне плевать, я не смотрю на слова ни на него, ни чьих. Я смотрю на поступки. Так. Ну, хватит оскорблять человека. Чайки, что лицо у Аниты не ай. Ну, типа, фигура норм, и если на вечеринке будет настроение, то, может, и по пухи-пахи будет. Шо? Так, я сегодня уже задолбалась удалять такие комменты. Куда делся Федин бизнес и заработок? Ты на выезде с Рудаком была, конечно. Нет. Настя ведь дружила с Болинской, а это Ше так себя ведет. Ну вот из этой у нас первый скандал, когда был перед Новым годом, это было из-за нее. Федя хотел слить Настю, чтобы она не рассказала, что он уже до одной минуты опустился. Я не проверяла чат. У нас с Федей платонические отношения. Так, Виталик с Олесей. Откуда мы? Короче, написал, типа, волшебство возможно, если Анита набухается. Лисковец собирается прийти? Ну да, наверное, с Виталиком. Видели сториз Болинской с квартирой, она там с Виталиком, его любимые штаны его палят. Ты представляешь, я не могу вот представить. Вот людям, вот честное слово, заняться нечем. Сидеть, заглядывать на чужие джинсы. Сейчас выключат интернет, нахуй.